Всем привет! Еще раз с Новым годом вас, товарищи! Снега у нас нет. Сегодня пришла вот посылочка с Баварии. Многие видели, почему новогодние посылки нашего Деда Мороза задержались. Ну и мы сейчас будем открывать и смотреть, что там. Оригинальные запчасти на Age Planet Sport. Так, тут уже любопытные лезут мне в руку. Да? Бандюган. Это наш Джонни, ему сегодня 5 месяцев. Так, открывать я буду вот таким классным ножиком. Подарок на день рождения от Сашки Челябинского. Фирма Вальтер. 18 опций в нем, и даже есть бабушка такая, разбивает стекла. Во. Вообще вещь. Металлическая рукоятка. Короче, огонь. Специальный чехольчик также. Кстати, очень вкусные конфеты вот здесь вот были. В этом автомобильчике. Может, еще парочка осталась, не знаю. Да. Вон есть, кстати. Очень вкусно, я все слопал практически. Игрушка Джоника нашего. Так, ну поехали, ребят. Открываем, смотрим. Ссылку мне прислал Игорь, у которого был Age Planet Sport 80-го года. Это брат Юрия старше, он его продал теперь. Остались кое-какие запчасти, и я с ним договорился, он мне прислал оригинальные советские запчасти. Сейчас будем потихоньку спарывать и смотреть содержимое. Не переключайтесь. Вот такой ништячок от фирмы Вюрт. Силиконовая жидкость для хранения резины, также для хромированных деталей. Очень ему нравится, и он мне также подарил такой подгон. Два гофра на переднюю вилку, оригинальные, в хорошем состоянии. Сделан в СССР. И вот такой вот переходник на колено, выхлопную. Оригинальная резинка, тоже дефицит. Едем дальше. Коробочка, зажигание ИШПС. Контактная, оригинальная, практически новая. Оригинальный тормозной барабан на переднее колесо. Ух, состояние огонь. Все начищено, все болтики присутствуют, сальнички, пружинки. Колодки тормозные, подшипник. И все видим. Все в идеале. Очень редкая вещь уже в наше время, сами понимаете, да? Ух. Вон прикольный этот брелочек на ключи. Оригинальная лампочка на фару и глазки. Красненький. Еще один. Вот такой комплект. Так, здесь у нас щетки и самодельные вот эти на бардачки закрутяшки. Видно, да? Все очень хорошо запаковано. Так, немецкая свеча зажигания. Фирма НГК. Окей. Резинки. Втулками железными. 4 штуки. Так. Шайба на звездочку ведущую. Стопорная. Также какие-то сальнички и с пружинкой. Ой, с этим. Сальник на звездочку. Вместе с этим, с кольцом. Так, здесь у нас на переднюю вилку. Подшипники, шарики, все оригинальное, эсеровское. Все это видели, по идее, я не буду каждую по отдельности распаковывать и показывать. Крышка от Микуни карбюратора. Резиночка, вот, очень редкая вещь, резиночка на подножку, а также для натяжителей тросиков, два штуки. Очень все хорошо упаковано. Зажигание.
Так, тут у нас кронштейны с болтиком оригинальным якоря. Так, вот оно. Оригинальное контактное зажигание на Ишпланету Спорт с контактами, со всеми проводами, диодный мост также в очень хорошем состоянии. О, огонь практически новый. Так, вот она родная. Контакты рулят, так что у меня теперь есть запасное все. Но написано, сделано в СССР. Еще что-то. ГОСТ 71 год. Ничего себе. Вот такая вот система зажигания. Также якорь очень хороший. Вот он. С внутренней стороны посмотрим сейчас. Ух, практически не работало это зажигание. Так что будет у меня про запас. Конденсатор также длинный стоит. С проводами, со всеми делами, короче. Игорю спасибо большое. Ну и напоследок вот задняя звезда. В солидоле новая, так что про запас очень это все пригодится, очень все это редкое, и тем более мотоциклу уже 45 лет в этом году исполняется, так что мне это все пригодится в будущем и хватит еще на мой век и на век моего мотоцикла. Все, ребят, всем спасибо, всем пока, здоровья, удачи в новом году вам. Не болейте, занимайтесь любимым делом. И всем большой-большой пламенный привет от нашего гаража Три Семерочки. Пока-пока. И снится нам не рокот космодрома.